Так, какие-то жесткие звуки. Один из маньяков, лидеров сегодняшнего дня. Он пошел навстречу движения, по-моему. Что, по встречке пошел? Не-не, вон он там где-то мелькает. Ох ты ж, блин. Слышишь? Я понял, у него была цель уничтожить твою камеру за косарь зелени. Крис. Крис, персен давно пил, да, видно, уже действие сошло, блин, на нет. Ему понял, он не слышит тебя, может ничего не говорить ему. Что-то ищет. Точно, дошел, смотри. Смотри, он быстрее, чем Черниговский штурман. Ну так насмотрелся ж, блин, что ж. Не бросай веревку! Рит, это потому что ты черный или что там что происходит? Блин, вот это гонит, блин. А вообще он тебя не слышит, ты что, не понимаешь, он в берушах. Он в бобиках. Он может послать еще хуже, чем все это послать. Чем Феррари? Феррари на Феррари. Феррари, блин, на УАЗа БМВ. Это тот жесткий на УАЗе, который первый финишировал. В смысле, первому удалось дойти до финиша. Ну, уже давно не первый. Как не первый? Уже не первым? А я, конечно, не первый пока. Нет, но я имею в виду первым по счету. Творит, блин. Хорошо по моей колее. Что творит, блин? Конечно. Так, идем. Сейчас он тут продолжает свою движуху. Сейчас пойдет на объезд или на обгон. Что творят? Объездом, да? Объезд, это так. Серега, шо, да? Блин, вы все пропустили, да. Он там такое исполнял, вы видели или нет? На входе. Блин. Вы менее легкие Толстого. Жил Лев Николаевич Толстой. Он хлеба. Ого. Да. Офигеть. Именно так оно и будет. Пацаны, нафига машину перепачкали? Офигеть вообще. Что ж такое? Ну я понял, он. Вы просто после заезда Феррари он не может упасть лицом в грязь и не показать. Не показать то, что он может. Как он тебя слышит, блин? Он глухой, блин. Слышит, блин. Ни хера он не слышит. Бородач ему кричал, блин. Влево руль, Крис. Что-то там включает, блин, двумя руками и двумя ногами. Проходит. Сейчас поможет завестись ребятам. Лево руль и вперед. Колесо. Порвал, нет? Не порвал колесо? Слышите, пацаны, сейчас он нас штампует в этот синий УАЗ. Давайте отойдем, блин. Ему же не видно ничего. Да, блин, не видно, он же и глухой еще, блин. Блин. Херак! Ребят, Сейчас, иду за штурманом, блин. Фух, блин.
Ну они бегают быстро, блин. Быстрее, чем я с одной камерой. Вот это сейчас будет кино. Есть у кого фотоаппарат? Снимайте серийную съемку, быстрее. Сейчас меняем. Серийная, у кого есть? Включай серийную. Сейчас я попробую, если успею. Рукой блокируй лебедку, Крис, ты не заблокировал. Ну она тянется, как она заблокирована? Да ну размотку, Крис. А нет, не исполняет он то, что я хотел. Отключи, не включай. Блин, жесть. Но зрелищности той не было, что в начале. Уже подошел он более прагматично к этому участку. Тёма, давай, Тёма! Это Масик всех орал. Давай уже стартанёмся. Да я ж ходил, проверял, блядь, думаешь, я... Крис проходит уже кучу, да? Я думал, я потом заеду. Да ну давай, да, паузу сделаем. Я ж для прикола. А, ты не для результата? У меня карт нет. Я хочу, чтобы он поехал туда тоже. Знаете, если Крис не поедет, тогда поеду я. Поеду, поеду. Потому что я что там с банами буду? Понимаешь? Брус мне... Морда, красавчик, когда окоп проходили, без сцепления, без передачи. Это жесть вообще. Морда, красавчик, я смотрел, да? Жесть. Блин, словозаварный запас небольшой у меня про все это происходящее, блин. Побежали дальше. Догоняю, не бздите, он не уйдет от меня. Паша, я тут, снимай. У меня серия включена, когда он буксует, я включаю сразу, 18 снимков делает за секунду. Или за 5. У нас время 60. Не попал. Крис, скажи чиз. Чиз. Подожди, лента мешала. Опустите кто-то ленту. Больше бросай, Крис. Крис. Давай. Нет, мало знаков. Дай знак, Крис. Блин, издевается зверь, блин. С ручника сними машину. Ручник затянут, смотрите. Вот ручник. Они что-то на GoPro снимают, или это ты приклеил?
так наши маньяки могут. Когда туман, скажи, что это бородач. Красавчик, ты обгадился весь. Блин, это Крис меня об этом обгадил. На, сними меня, как я обгажен. Не сильно? А шапку не испачкал? Есть чуть-чуть. Ну ладно. Свинья свое болото знайде. Стой, так я тебя снимать сфотографирую. Как ты любишь? Как ты любишь? Уже кто-то звонит. Вовка, наверное. Есть, нормально. Ты ну хоть с ним записывай, там, блин. 11 минут непрерывного ролика. Как ты умудряешься? Да я ж бежал, как и шаг, блин, по этим что? Болотам, по крапиве. Сейчас блин покажу эту крапиву тут, блин, что деревья, блин, уже, правда, чуть вытоптали. Ну. Вот так, пока перерыв на обед, дальше продолжение.